В Цагааномане продолжается строительство нового здания детского сада на 40 мест. Это структурное подразделение действующего дошкольного учреждения БАИР. Уже проведены работы по заливке полов, установке дорожных бордюров. Приобретено технологическое оборудование малой архитектурной формы для игровых площадок, пластиковые окна и двери. Сейчас идет монтаж наружных сетей электроснабжения и отопления, прокладка воздуховодов, вентиляции, устройство наружной канализации и внутренней системы водоотведения, облицовка здания, отштукатуривание стен. Строительство объекта планируется завершить до конца года. Учреждение будет полностью оснащено всем необходимым оборудованием для комфортного пребывания детей. Здесь будут музыкальные и спортивные залы, игровые и спальные комнаты, столовые, благоустроенная территория.